хоккейный клуб ЦСКА традиционно уделяет огромное внимание работе с молодыми хоккеистами. Именно поэтому драфт юниоров, учрежденный континентальной хоккейной лигой в первый же год своего существования, традиционно является для нас одним из центральных событий межсезонья. Удачную работу на драфте красно-синие начали еще в 2009 году. Тогда первым номером ЦСКА выбрал защитника Михаила Пашнина. ЦСКА, пожалуйста, ваш выбор. Михаил Пашнин. Ну, это и ожидалось. Поздравляем ЦСКА. Выбрал и явно не прогадал. Прекрасный, красивый силовой прием. Не менее продуктивным для ЦСКА выдался и драфт 2010 года. На нем красно-синие пополнили свой состав 8 хоккеистами, 5 из которых в итоге стали обладателями Кубка Харламова в составе Красной Армии. На драфт этого года выходит целый ряд воспитанников школы ЦСКА, а также 2 хоккеиста, успевших поиграть в составе Красной Армии. Более того, 17-летний форвард Михаил Григоренко возглавляет рейтинг-лист российских игроков. Ну, такого игрока, наверное, каждый клуб КХЛ хочет видеть в своих рядах. Здесь не скрою, что это действительно один из сильнейших молодых игроков, вот именно 94-го года рождения. Это парень, который и физически уже сейчас, так скажем, крепкий и уже поиграл на высоком уровне, не как на местном в чемпионатах России, но и на молодежных. Очень удачно выступил на чемпионате мира, играл за Красную Армию, опять же, воспитанник нашей ЦСКОвской хоккейной школы. Я думаю, что здесь, если нам удастся вот по тому регламенту, который есть, защитить на него права и оставить в нашей команде, это будет большой успех для нас. Если говорить о процедуре драфта, то она в нынешнем году претерпела целый ряд изменений. Прежде всего, это касается так называемой защиты собственных воспитанников. Насколько я знаю, большинство клубов смогут защитить 3 воспитанников своих, своих дюшор, в том числе и хоккейный клуб ЦСКА. Вот. Ну и думаю, сейчас в этот период клубы готовятся к драфту, хотя, в принципе, они в течение сезона просматривали игры и будут также ориентироваться на списки, опубликованные Центральным скаутским бюро КХЛ. На этот раз церемония драфта будет максимально приближена к заокеанскому формату. На подмосковной арене Мытищи соберутся не только представители клубов и хоккейные специалисты, но и рядовые болельщики. Вход для них будет свободным. Приходите и вы запечатлеть выбор новых армейских надежд.